Привет, друзья, с вами Карникс, и сегодня мы продолжаем играть в Fallout 4. И как вы помните, мы остановились с вами в этом отвратительном месте, в котором меня начало жестко бомбить. Но там, кстати, у нас, по-моему, остался еще один враг. Кстати, тоже легендарный, если не ошибаюсь. Вот, это отвратительнейшее место. Ну, в принципе, оно вот охеренное тем, что я еле-еле затащил этот весь ужас. У меня теперь такое легкое чувство выполненного долга есть. Но в целом это дрянь. Это врагу не пожелаешь. На это наверное, сказывается все-таки осмотреть бункер. А, нам нужно отправиться в хреновую задницу, чтобы к бункеру. Ну, я понял, ладно. Ах, такого врагу не пожелаешь, потому что реально на одной из этих... На последней сложности довольно тяжело. Такая, казалось бы, простая бойня. Сколько их тут человек? 10 от силы в общей сумме было. Три легендарных при этом. Ну, блин. Это скорее морально тяжело, постоянно сдыхать, постоянно от этого возрождаться, пытаться что-то сделать. Вот это да. Но, слава богу, что я купил этот пистолетик. Он нам нехило так выручил нас. Так, давайте сейванемся. Я хочу подняться сейчас на эту еще башенку глянуть. Вот там же должен сидеть ракетчик, если я не ошибаюсь, опять же таки. Так, тут что? Бурум-бурум. Чудо-клей, супер. Наверное, самое полезное из того, что я здесь нашел. Так, подъемчик есть. И все замечательно. Сейчас будем с ними общаться. Тут какая-то канава. Так, пролезу. Пролез. Молодец. Давайте по чуть-чуть подниматься. Он, по-моему, тут на самой этой, в самой антенне сидит. Уже понастроились, а? Или он сбежал к нам вниз, и мы его наваляли. Ну, сейчас глянем. Возможно, он сбежал, кстати, вниз. Так, сейвик. Нет, топчет, топчет. Живая сволочь. Ёпрест, такие экстремальные подъемы. Оно под ними не ломается, они жирные, огромные. Стой. Ты хочешь умирать. Попал, хорошо. Давай еще. 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 Мимо. Ну нет, нет, попадай, попадай, я в тебя верю. Теперь переходим к... Так, переключись. Так, помощь. Мы юзаем винт. Бафаут. Можем водяры хлебнуть, конечно. Давайте хлебнем. Куда ты ушел? Ты что, охерел? Я тебе не разрешал никуда уходить, мразь. Ой, какая жалость. Кто-то здесь умер. Бу-бу-бу-бу-бу. Так, пусковая санка, мне нахер твоя не нужна. Это что за херь? Обрез с ножом? Боже, какой тут дурной. Силовая броня, а зачем мне она? Она же разобранная. Какого черта, чувак? Ты мог хоть мне кусочек, блин, брони нормально оставить, ну? Дурака кусок ты. Эх, ладно. Давайте возьмем толстяка. Это все дело, если что, мы разобрать сможем. Броня для ног супермутанта. Че, броню одеть не мог, инвалид? Так-то, в принципе, все. Можно сказать, что мы эту зону полностью зачистили. Зачет? Зачет. Хорошо. Спать мне не надо. Давайте залезем туда. Мы же в ней без брони двигаться можем, я правильно понимаю? Брык, 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 брык. Вот как-то так. Так смешно выглядишь, когда без шлема. Ну, в принципе, теперь все, направляемся. Дом, родной дом. Потом сбегаем в бункер, я думаю. Стоп, я тут где-то еще одно убежище, что ли, находил? Было 75-е убежище, точно. Ладно, потом разберемся, давайте в Sanctuary. Еще одна силовая броня, это вполне неплохо. Я еще думаю, все-таки сейчас мы докачаем. О, нам тем более херня осталась, чтобы докачать уровень. Хочу развить взломщика, чтобы мы могли открывать очень сложные замки. И вернуться на полигон этих ребят и там вскрыть замок. Там, скорее всего, на нас нападет робот. Потому что он там стоит за дверью. Но, тем не менее. Я думаю, что надо будет попробовать.
Так, отходим сюда. У нас одна броня полностью собранная, одна наполовинку. Так, вот сюда становимся, швартуемся, чуть вперед. Оп, власть. Бип-бип-бип-бип. Забирай ядерный блок. Че он там будет валяться без толку? Я? Надорвусь? Не смеши меня, женщина. Кстати, у тебя ничего нет? Эй. И чё ты без брони? Или это у тебя броня такая хреновая? Хорошо. Нет, вроде в броне. Это ей не подошло, и это ей не подошло. Хорошо. Больше у тебя ничего нет, ясно? Эч, я бегу. Так, открываем, выкладываем хлам. Все равно перегружен, нехило. Я бегу. Толстяк. Если мы его разберем, 5 стали всего лишь. Серьезно? Это ж не серьезно. Так, лазерный пистолет. С него мы еще пластмассу получим. Да ну ладненько. Это же того не стоит, ЕПРСТ. Пусковая установка. А, вот что я перегружен. У меня и толстяк, и пусковая установка в руках. Или это пусковая, которая в этом лежит. Ладно, по бубнам. Тогда нам придется еще одно действие небольшое сделать. В этой, что ли, броне пойдем? Ну, давайте в эту залезем, наверное. Эч, 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 эч. Давай. Брык. Ну, залазь. Мне интересно, кстати, а можно ли одеть броню на нашу Пайпер силовую? Вот, к примеру, подойдем сюда. Подробнее взять, осмотреть, сортировать, сохранить. Это не то. Я думаю, что все-таки есть какая-то возможность Пайпер одеть броню. Пайпер, ты где вообще? Бабенцы я. Кис-кис, ЕПРС, это ну. Где ты шляешься? Бичевка. Ну, ты покажешься? Понятно, она решила на нас подзабить. Ну, я ее в какой-то мере понимаю. Так, ладно. Валим в Diamond City. Где он наш дорогой? Любимый. Там мы сейчас продадим весь этот хлам... А, блин, я хламотрон не взял. Или я его выкинул, или его разобрал. Что я с ним сделаю еще? Ладно, фиг с ним. Сейчас то, что у нас есть, мы продадим. Там и ошметки брони у нас были вроде неплохой, легендарной, которые нам не нужны, а в магазине они точно нужны. Вот, и тем самым... Приобретем немножко денежек, а на них возьмем патронов. Пам-пам, на наш любимый пистолетик. Хотя бы. Можно и там плазменных патронов взять. Так, погнали. Бух, 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 скотина такая. Джетпака не хватает, честно. О-хо-хо-хо, как мощно приземлился. Так, смотрим, где у нас оружейник. Оружейник, ты где? Это хрень. Хрень. Вепонари, да. Ты меня интересуешь. Конечно. Ты сильно много говоришь. Да-да-да, хорошо. Время охерительных историй. Так, блин, я забыл. Вот дерьмо. Так, сейчас мы оденем модные очечи, которые нам харизму повышают. Я ж не сомневаюсь. Такой смешной, боже, это ужас. Ай, смех и грех просто. Ладно, так, давай ты свои патроны все. А я тебе взамен надаю с такого говна, что ты себе даже не представляешь. Вот толстяка тебе на. Лазерный пистолет на. Что у нас еще? Лазерный мушкет. Я вместо него что-то другое, да? Решил использовать лазерное. Вот, праведного властелина я решил использовать. Так что лазерные мушки тоже забирай. Пусковая установка всегда твоя. Так, в принципе, а насыщенный плазмой боевой карабин. 45-й калибр, боевой карабин, 33 урона. А у нас какой карабин? 49, ну да, прости, прощай. Вот, мы даже в плюс вышли, у нас плюс 51. Видите, как хорошо получается, однако. Так, еще что-то у нас есть. А одежда же у нас точно. Ты погодь. Погодь, человек.
Откуда у меня эта броня? Ладно, давай, на тебе еще эту хрень. У нас еще что-то... Ага, вот. Чего, 17 всего лишь? Ёпперсет. Ну и ладно. Так, я ничего лишнего не продал? Подождите. Точно ничего? А мне кажется, что продал. Ну ладно, если что, мы можем всегда вернуться и купить так. 5 штук стоит. 5600 каркас силовой брони. Ёпперсет. Хлам, хрень, хрень, хрень. Ну тогда ладно, давай с тобой рассчитаемся. Ты херней торгуешь? Или нет? Или это патроны? Что это? А, это сишки. Посмотрите, очки это вообще, да? Что-то с чем-то. Так, помощь, смотрим. А, нет, не помощь. А что, хлама нет у нас, да? Хлам мы весь выложили. Хреново, в принципе. 5-миллиметровый? А, это для минигана, позже, я думаю. Давай все патроны. Патроны. Осколочный гранат тебе надо, бабенка? О, так они неплохо стоят, по 100. Ладно, буду теперь собирать гранаты, так и быть, уговорили. Так, бабенцы, с тебя... А у тебя, может, клей есть, кстати. Точнее, мне болты нужны. Так, хламина. Есть, есть. Вакуумная лампа, медь, глобус, болт, давай глобус, грузовичок, болт, изолента пусть будет, медь не надо, мешок цемента не надо, мощный магнит, медь не интересует, наручники, болт, вентилятор, болт, надо будет вентилятора набрать, кстати, я там кучу меня забегал, ладно. Так, пишущая машинка тоже с болтами, кстати. Но она и весит до хрена, блин. Все, пока хватит. Распрощались вот так мы с деньгами, можно сказать, на ровном месте. Так, валим обратно в Sanctuary. Sanctuary сейчас попробуем, наверное, улучшить какое-то из оружия. Все-таки болтов же мы не зря набрали. Они нам обязательно сейчас должны пригодиться для крафта. Думаю, с этим проблемок у нас не будет. Ну, двуголовая корова, это, конечно, да, это очень интересно. Забавно и весело. Интересно, можно ли себе приватизировать такую одну коровку? Стрёмно и отвратительно, но тем самым рабочую, как бы. Так, давайте смотрим. Ага, я что, пока в этой не могу использовать, да? Бывает. Вылазь. Ну, я в тебя верю. Пип-пип-пип. Молодец. Так, тут что у нас? Смотрим. Этот у нас, по-моему, полностью загрейдженный, да? Меня интересует праведный властелин. Что мы с ним можем сделать? Ага, мы его и так, по-моему, улучшили уже. По-моему, да. Штатный прицел, улучшенный прицел, короткий оптический. Нам бы не оптический, нам коллиматорку сюда вставить. Вот что было бы хорошо. Точность прицельная, увеличение кратности, превосходная точность прицельной стрельбы. Ну блин, это не то, это все не то, это все не так. Эх, так, ладно, мы должны делать упор на наше оружие с глушителем. Кстати, мы глушитель на карабин можем поставить? Надольная насадка, глушитель, фанатик уры 4-го, да вы чё? Не, ну я по-любому докачаюсь, потому что карабин с глушителем это вещь, это однозначно вещь. Хорошо. Дробовик, на него тоже, по-моему, даже на дробовик. Можно же глушитель пихнуть? Можно. Пфф. Только он размером с пол дробовика, но тем не менее. Нужен третий уровень всего лишь. Третий это более приближенно к нам. Так, это понятно. Короткий ствол. Можем удлинить, что нам даст. Хреновую меткость. Больше цена, меньше вес.
Несколькими снарядами одновременно улучшенный урон низкой точности. Что-то по урону не скажу. Удобная рукоять, штатный прицел. А, давайте, наверное, все-таки сделаем расщепитель. Блин. Тем более, там ресурсов не особо много потратили. Что еще у нас? А зачем мне вот эта херь? Почему я не продал? И вот эту хрень, почему я не продал? Объясните мне. Ладно, с ублюдком мы что-то можем сделать? Ублюдок-то наш. У него дэмэдж, конечно, просто бешеный. Длинный ствол. Облегченный длинный ствол. Что нам даст? Да ничего толком. Усиленный длинный ствол. Нет штрафа при себе, увеличение дальности от точность стрельбы, уменьшена отдача, низкая точность при стрельбе от бедра. Я даже не знаю. Ну давайте, ладно. Давайте сделаем усиленный этот мега ствол. Он, конечно, теперь уродски выглядит. Но, тем не менее. Да, давайте, наверное, пусть будет так. Так, в принципе, тогда можем, собственно, следовать в бункер. Я, правда, не знаю, одевать силовую, не одевать. Все-таки бункер это вам не шуточки. Там могут и люлей вкачать. За даром. Так, это все оружие... Ой, блин, я эту еще голову снял. Оружие это все хоть не у меня? Конечно, оно у меня лежит. Ну, ёпперс это, ну... Так, ладно, переложим сюда. Ох, смотрим. Все, облегчили. 171, замечательно. Так, сейвуемся. Одеваем броньку. Кстати, голову сейчас надо будет одеть. Да что-то я когда очки одевал, он решил снять броню с головы. Странная логика у него, конечно, ну ладно. Броня, голову одеть. Все, замечательно. Теперь можем следовать в бункер. Странно, что он у нас отмеченный. Разве мы были в том бункере? Что-то я сомневаюсь как-то. Что мы там были. Я надеюсь, нас там ничего особо страшного не ждет. Хотя, в принципе, это конец цепочки. В конце цепочки в основном самое страшное и происходит. Так, код у нас есть, что ли? Кто стреляет? Управление дверью. Открыть дверь. Кто где? Ладно, пусть стреляются. Нам не до них. Паладин Брэндис? Ты живой? Easy, Paladin. The Brotherhood. What are you? I followed the distress beacons left by your team. Their holotapes led me here. The others? What happened to them? They're dead, Paladin. You did? I tried to go back for them, you know. There was nothing you've been through a lot to find me. I should give you. I've collected a lot over the years. Technology, odds and ends. If you see anything you want, take it. The Brotherhood needs you, Paladin. No, there's no going back. Not for me. Are you sure you won't reconsider? No, there's no going back. Is that all? I live alone. I could let you sleep here, I suppose. That's all right. Or try the food. I don't have much, but if you're hungry, the only other thing I have is my gun. And no, I still need it. I can't. What have you been doing all this time? I try to do some recon, explore a little, but I'm all alone. It was just too much of a risk. So
I've been hiding. So long. 3 years. Are you gonna be all right? I'll see you later. Goodbye. And, Да, меня задал что-то другого. Я думал, что мы сейчас зайдем, нам тут начнут вваливать люлей. Ну, хоть ядерный блок уже хорошо. Нам начнут тут вваливать люлей. Но нет. Абсолютно нет. Так, передатчик заберем, схему заберем. Крышки, патроны, стрелковый, снайперский карабин 50-го калибра. Это что-то стрёмное. Откуда у тебя сишки? Блин, ёпрест, ты тут 3 года закрытый сидел. Ты что, экономил, пока к тебе кто-то не придет? С парашей, тут с умывальником. Неплохо, неплохо. 2 кровати. Зачем ему 2? Ему 1 хватит. И это все? То, чем ты богат? Да, я тебя богатым-то и не назвал. Лампочки давай заберем. Изоленточка. Части все металлические. Какая резкая музыка страшная стала. Скипидарчик. Скипидар, кстати, по-моему, дорогой, если не ошибаюсь. Так, телефон, это хорошо. Ах, чувак, и что ж мне с тобой делать? На самом деле глупо, я ему предлагал вернуться как бы к своим ребятам, братство. А он тут что-то выёживается. Выёживается. К чему эти все понты? Непонятно. Вернулся, тебя там рады видеть все были. Накормили, напоили, может, работку какую-то подогнали. Хоть бы не так нудно жил бы, не умирал тут в скуке. Ладно, не мое это дело. Хочет, пусть гниет. Так, давайте посмотрим, что там за оружие было. Бам-бам-бам. Вот, снайперский карабин 64. Такое себе дело, на самом деле. Такое себе. Ты кто такой? Hi. Help. Raiders jumped us. You gotta help. Easy living? This ain't. Ну иди. А где твой рейдер, молодой, красивый? Got a dangerous look about you. Hope you ain't here for me. Странный. Я понял. Да ладно, не попасть. Еще один. Ты ж понимаешь, что мы в силовых... Ой, ты шо, легендарный? Ой-ой-ой, это что бомбануло-то? Давай в упор подойду. И в голову тебя настреляю, давай. Давай, мне тоже нравится такая идея. Критуй. Давай. Абдыщ, молодец. Ой, как отлетела голова. Папоротник мутант, окей. А трупешник утонуть мне дадут? Я понял, что под текстуру провалился? Ну вот же лежит труп, почему я не могу его плутать, какого черта? Папоротник проклятый, я тебя ненавижу. Папоротник, гори в аду. Какая-то дубленная броня, а дуэльная. При попадании по противнику, сражающемуся в ближнем бою, вы получаете 10% шанс обезоружить его. Я бы сказал, что этот предмет абсолютно бесполезен, но кому-то он может быть, будет полезен, но не мне. Так, Куча трупиков. Да, это, по-моему, самые хилые рейдеры, которых я когда-либо видел. Ну ладно, что поделать. С этим делом мы закончили, да, я так понял. Давайте по квестовой линии глянем, что там у нас. Поговорить с паладином Данцем. Да, отправляемся тогда к паладину нашему. Паладинчик. Так, где их участок этот? Ментовской. Так, что-то я запутался. А, вот. Отправляемся к паладинчику тогда и с ним будем разруливать. Чё да как, чё почём.
Паладинчик. Интересно, у нас будет там выбор в диалоге, типа, рассказать, не рассказать об этом выжившем паладине. Посмотрим, что с этого выйдет. Я, конечно, ничего скрывать не буду. Блин, нам чуть-чуть уровня не хватило, это реально обидно. Сейчас надо будет потыняться, наверное, по пустоши, найти кого-то убить, да уровень получить. Ну же. Боже, нам реально чуть-чуть не хватило до уровня. Это просто боль. Просто боль. Боже, мы ж не в другую игру вообще переходим. Так долго грузишь, а? Ничего, мы в принципе терпеливые. Бомбящие, но терпеливые. Самое интересное, что большинство подсказок этих я уже видел. То есть, я уже довольно долго, значит, играю, раз я столько видел. Ой, загрузился стол. Ничего себе. С толстяком, с ядерным зарядом. Ох, так. Паладин, я к тебе. Брык. Если он сейчас сюда еще ход будет заходить, я буду просто обижен. И огорчен. Ну же, я в тебя верю. Давай же, там всего лишь 4 человека и 3 комнаты. Ей. Паладинчик, стоям. Any word on the patrol? Так. There was one survivor. Paladin Brandis. Paladin Brandis. He's alive. He's alive and well, but he wants to be left alone. It may be for the best. A lot has changed. After all this time, it's hard to say whether he could find a place. Uh-huh. Is there anything else we need to discuss? Do you want their holotapes? Yes, I'll take them. If we make it back, I'll see that the Ничего 32? Что значит ничего 32? All right. I'll prepare a full report. Under the circumstances, there's not much I can offer you for your service. I hope this was no easy mission. You've earned my respect, initiate. Отлично, мы получили тонну. О, мы получили опыта достаточно. Ей! Так, заходим. Смотрим, где наш взломщик-переломщик. Очень сложные замки, вот. Вот это нас и интересовало. Так, это мы дело тогда сейвимся и нам... Ой, пардон, я не хотел. Нам ничего не остается, как сбегать туда, на этот полигон. И там, собственно, вскрыть ту страшную дверь. Вот только надо подумать. А вдруг нападет тот робот? Чем мы его, блин, будем убивать? Есть, конечно... Что это было? Вы что, охляли, ребята? Вы приперлись в участок? Вы что, с ума сошли? Подурели? Ты что, еще и один пришел? У тебя с головой вообще нормально, чувак? Ты же пришел к ЕПРСТ этим, как их? К братству стали. Или ты даже не в курсе, куда ты приперся, дурачок? Так, меня интересует, где у нас тут было это антенна, хрентенна, вот, полигон, да, площадка тренировочная, направляемся, сейчас только надо подумать, я думаю, что все-таки мы сыграем на снике, за счет сника попробуем убить этого робота, я вообще, конечно, надеюсь, что он на нас просто не нападет и даст нам без проблем разворовать весь их склад оружиями, почему бы нет, вот, ну а так, в принципе, да, в пистолете у нас там сколько, 100 патронов, может и есть шанс навалять. Так, тут никто не пришел новый, неинтересный, некрасивый. Воп. Вот этот складик, да? Национальный гвар... Не понял. Боже, я думал, открыта дверь с роботом. Думал, все, кирдык пришел пораньше.
Да, мы аккуратненько присаживаемся. Броня присаживаемся, боже, задумайтесь, да? Мы же вообще без пали, ну прям как пушинка. Так, что-то сильно узкий промежуток, в котором можно открыть. Nice. Ей, мы зашли и не рванули робота, по-моему, да? Сейчас проверим. Может там внутри еще какая-то хрень. Вот это не дела. Так, ты замри. Замри вообще, потому что я тебя знаю. Ты как начудишь, так... Тихо, тихо. У нас есть пароль офицера. Да, мы же нашли. Управление дверью. Открыть дверь. Сохший гулик. Да что ж ты не сдохнешь, никак скотина. На лету его облутали. Радиация? Какого черта? У нас что-то хпшка уходит. Неясно. Так, силовая бронька есть. Т-60, кстати. Получше нашей. Так, чудо клей, хрень всякая, пила даже есть. Да, да-да-да, неплохо, в принципе, неплохо. Чё, с ланчбокса выпало? Жвачка. Жвачка так жвачка. Так, ладно, давайте это все дело разминируем. А то еще бомбанем нечаянненько. Так, тут еще и протектрон сидит. Вот тебе на. Ты чё, даже не думай о глупости такие делать. Так, ящичек инстру... Да ладненько. Это позор. На легком замке поломать, блин, шпильку. Так, 10-миллиметровый это супер. Это замечательно вообще. Хорошо. Тут у нас что? Патроны, патроны, гранаты продадим. Мину тоже продадим, думаю. Надеюсь, во всяком случае. Тут что? Паяльная лампа. Ну, думаю, с ней, может, что-то толковое мы и вытащим. Швабры нам точно не надо. Такой себе складик. Блин, только с силовой броней. Как бы твою бабку, просто говорю, девку нашу запихнуть? Так, команда следовать. Эй, Пайпер. Говорить вот тоже, да, спасибо. Thanks, I guess. Нам бы было бы круто ее запихнуть в эту броню. Бам-бам-бам-бам-бам. Бабянца, как ты смотришь? Ты залезь сможешь мне? Давайте сюда положим ядерный блок. Давай, шкунь. Теперь мы ее можем сюда запихнуть? Залезь. Ты можешь залезть? Не хочет она залазить, да? Ладно, давайте это заберем ядерный блок. Все это просто заберем. У нас перегруза нет. Да ебарест. А, вообще перегруза нет. Блин, не хотелось бы, конечно, оставлять саму бронь тут. Ну ладно, пусть висит на голимом. Так, клей забрали, изоленту забрали. Больше ничего вроде, да, толкового нет. Линейка, серьезно. Ну, предохранитель. А это что за хрень? Кухонное полотенце. Да, мусор тут раскидан, конечно, нехило. В принципе, можем отправляться домой. Или все-таки попробую этому роботу навалять. Ой, кстати, еще изолента. Это что, просто постер. Постеры, постеры. И больше ничего, да? Пачка сишек. Сишки — это хорошо.
Протектрон, с тобой мы ничего сделать не можем, да? А жаль, а жаль. Ладненько, валим тогда назад. Так, приседашка, сейвик, валим. Сейчас глянем, может мы все-таки сможем согреть этого несчастного робота. А он уже здесь. Ядрить, колотить. Тихо. Нам бы, чтобы он с виду потерял. Сейчас бабенцы люлей получит. Получил уже? Он обходит, обходит, обходит. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Ты меня не видишь, не видишь. Что он делает? Так. Как ты меня заметил, ЮПРСТ? Он просто жестко, да ты. Не ушел он никуда, я тебе скажу по секрету. Он как-то чересчур жестко передвигается. Так. Тихо. Спокуха. Я даже не знаю, каким я вообще смогу оружием ему нанести урон. Он там снизу где-то. Давайте зайдем в его комнатку. А, это тупо комната для робота и все. Больной ублюдок. Ёпарес это, чё он так жестко передвигается? Чё, он перегрелся или чё? Пайпер, на тебя вся надежда, держи его. Пам-п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 ам. Хуй, нахрен, сумасшедший ублюдок. Еще и дутень прилетел какого-то хрена. Так, умри, сволочь. Не мешай, видишь, у нас тут серьезный разбор. Да ладно. Сволочь живучая, мелкая. Так, он обходит тудой, значит, мы сюдой. Правильно, убей дутня нахер. Он всем только мешает, сволочь такая мелкая. Так, где он идет? Бабенца, ты там как? Да, ситуация так себе, конечно. Вставай, борись. Танкуй. Я в силовой броне, а ты танкуй. Вот так и живем. Ну? Биби-боб, иди сюда. А, нас потерял из виду, да? Так. Ядерный блок мы ему, если будем стрелять, тогда мы его будем дамажить. Я понял. Мы от этого очень далеки. Он же еще рванет, судя по всему. Потому как он перегревается. Бежать, 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 бежать. Прям, блин, маленький ядерный взрыв. Я просто это... Мапенце? Понятно. Сама встала и... нет, я не это хотел сделать.
Давай смотреть, что в этом трупаке. Так, ядерный блок, две штуки. 5,56. Карта наведения, предохранитель, алюминий. В принципе, можно было и получше что-то в него положить. Ну ладно, грех жаловаться, так сказать. Валим в наш родной уже Sanctuary. 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 Вот, да. В принципе, я думал, что он нам гораздо жестче люлей даст. Ну, наверное, я не зря сделал, что я одел силовую броню. Если бы я был без силовой брони, то мы, наверное, подыхали. Как было у нас с этими урками. Ну, с мутантами. Но, тем не менее, да. Вроде получилось. Вроде более-менее. Правда, мы толком ничего не получили. А из того, что я ожидал, так вообще ничего не получили. Ну ладно, тем не менее. Надо будет еще с броней разобраться. Со всем этим делом. Мы же там нашли новые куски силовой брони. Так, отдай мне ядерный блок. Чисто на всех пожар. Вот, пусть будет. Вот. А так, друзья, что я могу сказать? Могу сказать спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Если же это видео вам понравилось, не забывайте подписаться на канал. А мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Удачи!